Понял. Ну, раз если штраф будет, тогда смысл нам отъезжать? Никакой. Сейчас только общественное порицание. Вот я сниму, чтобы ваши друзья, родственники увидели вас и сказали, ни хрена вы какие... Канал «Движение» представляет. Друзья, мы снова на Коусинена, и возбужденный Кирилл идет к машине. Но, как вы знаете, все владельцы BMW сумасшедшие, поэтому запустим Кирилла общаться с ним. Я сегодня буду ласковым, я обещаю. Ну, попробую, по крайней Давай, мере. Давай, конечно. Ага. Да, Саня. Да. Ты пришел? Да. Нет. Ты ласковым будешь сегодня вечером. Йоу! Я, ну, обязан был представить. После всего, я буду сегодня ласковым. О, Антон тоже выезжает. Нежный шлепок, да? У шлепок. Не знаю, как насчет там рестайлинг. Да отстань, Андрей. Да. Я еще даже не приставал. Смотрите, в рестайлинге что поменялось? Вы можете обратить внимание теперь на решетку радиатора. Решетку радиатора. Уйди. Такой дешевый. Дешевый. Я же говорил, уйди. Сейчас, ну, ладно, как, давай. Как у Infiniti. Я сейчас скажу. Я не знаю, какой Infiniti. Mercedes любит делать вот эти точки. У них это называется алмазное что-то там, но не суть. Также мы начали наблюдать сейчас на новых Mercedes'ах E-класса диски. Такие двойные, как идут. Смотри, что они сделали. Тоже, видишь? Идет типа опыт. И вот еще. Такая тоже пародия. Хотя я у Mercedes E-класс впервые это увидел. Здесь также у нас поменялся, я имею в виду про внешнее, так это. У нас поменялась оптика. Оптика теперь здесь вот другая, покажу, оптика другая. Совершенно по-другому выглядит. А как у этой, у Volkswagen? Ну, конечно, да. И поменялся также бампер по-другому, потому что до рестайлинга X4 здесь были такие противотуманные, знаешь, типа диодные фонари, здесь их нет, здесь больше выбор. И также, смотри, да. Все то же самое, по кузову то же самое, жабры то же самое. И поменялся в том числе задний бампер, он полностью, ну, вообще по-другому выглядит, вот. А, ну, вот, собственно говоря, и за что вы переплачиваете, покупая X4 22 года рестайлинг? Ну, не знаю. Слава богу, не Volvo, но... Volvo вообще не вижу смысла покупать, но серьезно. Если вам за 60, ну тогда да. Проси интеграцию в BMW, ты им рекламу сделал. Что? Обзор сделал на тачку. А вообще, на Жигули. И надо посмотреть. Опа, она. Вот он невезучий. Новая машина, и уже он куда-то, видишь, даже пальчиком это, ну, короче, краски, видишь, у него. Ты снял? Каска, надеюсь, есть. Сейчас мало ли сверху может что-то упасть. Кажется, едут. А Максим не то чтобы душится. Не пускай его. Давайте вот так вот сделаем. Финишная черта. Здравствуйте. А можно вас попросить, пожалуйста, не будет что-то дороже? Здесь нет парковки, движения. Он еще и дверь себе тоже бомбанул об наш мрамор прекрасный. Уезжай. Напоминаю, что и заехать, и выехать сюда на тротуар можно сейчас только через пешеходный переход. То есть без вариантов, вы уже знаете, что вы нарушаете, по-любому. Какую букву нет? Че, парни? Чакси. Вы что делаете, а? Он? Чистит. Наказываете? Да. А здесь лучше видно, кстати. Не-не, это здорово, только это пешеходная зона, к сожалению. Все прекрасно. Все. Все понимают. Просто помните, вы здесь с ребенком приехали, а здесь знаете, сколько детей проходит в минуту? Ну там детская секция. Да,
Да, давайте вы уезжаете, пожалуйста. Вопросов нет. Прямо сейчас покидаете зону? Все, прямо сейчас покидайте. Или вы отправитесь? Покидайте. Не нужно спрашивать. Покидайте. Дальнейшее это уже наше. Че ваш? Ну, отправлять, не отправлять. Успели мы зафиксировать, не успели зафиксировать. Ну, мы это же успели же, да? А я не знаю, я не уверен. Помню, она заглохла. Подтолкнуть хочешь? Не, вообще не хочу. Или это она работает? Тихо работает. Вау. Ну, сейчас, конечно, конечно. Думаю, сделать вид, что мы сломались. Не, он считает, что с ребенком приехал. Ну, сейчас он ребенок выйдет и машина починится. Не, мне бензонасос умирает. Там что, он хочет летущий? Не знаю, Аврора. Лучше бы технологии, они еще нужны нам? Лучше бы бомбанул из пушки. Уезжает. Еще одно местечко, знак такой же, адрес у нас дом 15 Кусинена. Ну, набились уродцы на пешеходную зону. Еще на дорожку. О, полегче. А вы нам на пару вопросов не ответите, что в голове у людей, которые на пешеходную дорожку заезжают? О своих детях мы думаем, а чужих не очень. Здравствуйте, мужчины. Социальный опрос. Что в голове у людей, которые на тротуар заезжают? Да, под знаком заехал. Организация, да, наверное, какая-то. Что? Организация, наверное, какая-то. Не погромче. Организация какая? Где? У вас. Или у нас? Мы соцопрос проводим. Мы хотим понять, что... Я понял, вы стоп-хам, типа, или просто... Нет, стоп-хам это вот, он сейчас на 3000 рублей вас штрафует, а я просто интервью беру. 3000 рублей, как он может штрафовать? Он же, ну, не представляет ничего. В смысле, помощник Пасху есть такая чудесная программа, которая сейчас выпишет вам 3000 рублей. То есть он лично выписывает штраф? Нет, ты отправляешь материалы, они вам выписывают. А, я понял. Ну, раз если штраф будет, тогда смысл нам отъезжать? Никакой, сейчас только общественное порицание. Вот я сниму, чтобы ваши друзья, родственники увидели вас и сказали, ни хрена вы какие... Вот. Ну, там разными словами они будут вас называть, я не знаю. Не надо меня оскорблять, я же про ваших друзей говорю, я не про вас. Про ваших друзей? Да, ваши друзья будут про вас говорить гадости, когда увидят, что вы стоите на тротуаре. Согласен, Кирилл? Полностью. Вот, видите? Ну, мы отъедем, только не надо нам говорить эти гадости. Да не я же вам говорю, я пример вам привожу. Есть французский писатель, могу вас познакомить с его творчеством. Вот, пожалуйста, 3000 рублей. Получили ребятушки. Ну, еще не получили, но, по крайней мере, мы сфотографировали. А что там, не судьба, да, встать было? Я вот тоже не приехал. Вот места свободны. 5 метров и нет, и все. Торопился очень. А вы всегда так делаете, да? Не-не-не. Ну как не-не-не? Первый раз. Ну прям первый раз? Да. Не врешь? Нет. Ну тогда уезжай. Смотрите, друзья, если увидите его, что он нарушает, то позвоните ему, скажите, что он врет. Куда? Не. Нет там никакого водителя. А что, ты подойдешь?
ее статус. А, еще на одном крови. Заехали на тротуарчик под знак. Мы осуждаем. Ага. Все? Ну, вперед человек, что? Все? А? Че-че? Ну, 3000 рублей, а так нормально, штраф. Ну, не заезжайте больше. Ты первый, последний раз. А может, успели еще? Нет, все. Я уже фотографирую. Нормально, читаем мы. Куда ж ты поехал, милый? Вы мало того, что припарковались, еще решили прокатиться по тротуару, что ли? Что-то не пойму. Чем? Ну, во-первых, вы заехали через пешеходный переход. Под знак. Пешеходная дорожка. Через пешеходный переход? Да. Под знак пешеходная дорожка? Да. Нельзя. 3000 рублей штраф. Да. А теперь кратчайшим путем исправляйтесь. Я что-то не очень понимаю, что происходит. Паркуется. Серьезно? Заезжать сюда нельзя, паркуваться явно можно. Ну, я он уже здесь, поэтому что? Фиксируй тогда что. Мы просим вас уехать с тротуара. Что происходит, скажите? Кратчайшим путем покинуть просим. Я не могу, у меня сердечный приступ. Поэтому что? Надо ездить по тротуару, да? Нет, я не могу выехать, у меня сердечный приступ. А, сейчас у вас? Да. Вы скорую вызвать? Вам помочь? Нет, спасибо, я сам. Хорошо. Спасибо. У него сердечный приступ. Да. Огонь. Сейчас мы его зафиксируем, обратно повешаем. Давай. Да. Все честно. Друзья, ну вот аптека у нас. Адрес Усинена 19, корпус 3. И странные здесь голуби, это самое, летают, оставляют вот такие вот метки. Метки оставляют на машинах с грязными номерами. Поэтому осторожнее здесь, не надо заезжать через пешеходный переход, тем более. Мне кажется, он даже не понял, кто его наклеил. Он только сейчас на голову поднял. Слышь? Да, да, да. Ой, а вот сразу будет свободно. Опасный человек. С ножом. Да. Как это происходит, кстати, конфликты, убийства всякие и так далее? Сейчас наговори. Ну да. Ладно, хорошо. Так, забрал он, сам кэш. Что, взял бы на... Зачем комкать? Взял бы на память. Второй получше, раз, пять, три. На память бы взял бы. Пока, собака. Пока. Ну, в смысле, я собаки, которые сидел на центре. Что, выздоровел, что ли? Что-то не пойму. Скорая не нужна уже. Выздоровел.
Нет, так не пойдет. Ну да. Все, отлично. Ай. Лучше. Покинь, пожалуйста, школьную дорожку. Ой, не надо меня давить, я боюсь, не надо меня давить, вы что делаете? Вернитесь, вот направо. У вас есть назад место. Лево, точнее, задним передачу туда. Да. Плохо, видишь, резонирует у женщины в ушах. Да у меня сейчас сама очень не зарезонировала. Он как газанул. Еще раз не слышно. Говорю, что я запрещаю съемки с ним. Меня не снимайте, пожалуйста. А, хорошо. Мы готовы, штраф. Мы услышали, да. Мы отказали вам нашу просьбу. Нет, у нее, видимо, тяжело выходит. Друзья, заканчиваем рейдик на улице Кусинена. Ну и когда люди подъезжают, не знаю, там, к аптекам, там, к магазинам, это хоть как, ну хоть как-то можно объяснить, понять. Но когда люди подъезжают к Дому культуры или к ресторану, ну это прям дичь. В общем, всем спасибо, всем пока. Рейд закончен. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Ну и спасибо, что вы с нами, что вы нас смотрите. Всем пока.